Утро координатора деятельности органов ТОС микрорайона Восточный Натальи Ключниковой начинается с обхода территории. Еще вчера на улице Чехова общественниками были сорваны объявления и закрашены надписи о продаже наркотических средств. А сегодня начинается все по-новому. Свежие метки появились минувшей ночью. У нас взаимодействие, значит, с администрацией идет. У нас есть отдел по взаимодействию с органами ТОС. То есть есть куратор нашего микрорайона 12-го Восточного округа. Мы, значит, девочки это все фотографируют обязательно, пишем адреса, фотоотчет, пишем служебку, это отправляется все в отдел. Распространители так называемых солей и спайсов выбрали новую тактику. Под безобидными на первый взгляд объявлениями «оказываем помощь наркозависимым» также скрываются наркодельцы. Но если раньше они клеили объявления на столбах и мусорных баках, то теперь листовки расклеиваются на высоте 3-4 метров. Сорвать эти объявления без лестницы просто невозможно. И такими объявлениями оклеены дома на улице Чехова. На Стахановской аналогичная ситуация. Минувшей ночью здесь тоже появились новые надписи и листовки. Приглашение своего рода наркотиков. По-другому не скажешь. Потому что эти все раньше писали бумагами, мы их срывали. Теперь они поняли, что мы бумаги срываем, они стали писать баллончиками. А баллончики не так-то просто его и отмыть. Как утверждают очевидцы, расклейщики подобных объявлений всегда работают в паре глубокой ночью. Работа по предотвращению таких действий будет усилена. На подмогу общественникам по поручению главы Анапы придут и управляющие компании. В случае, если вы стали очевидцем, просьба незамедлительно позвонить по телефону 8 861 33 468 82 или 02. Руслан Душевский, Анапа, регион.